Здравствуйте, меня зовут Максим Сумароков, я являюсь психологом высшей категории и преподавателем Центра Нарбекова. Хочу вас пригласить на бесплатный вебинар, курсу, который называется «Мужчины и женщины. Ключи мужчине». Почему этот курс и этот вебинар только для женщин? Это не секрет, что мы, мужчины, и вы, женщины, воспринимаем этот мир по-разному. Мы разные не только физиологически, мы разные психически. У нас разные реакции, разный анализ, разные выводы. И, соответственно, мы иногда в этих ситуациях, которые у нас происходят в отношениях, не чувствуем эти отношения гармоничными, добрыми и так далее. На курсе я раскрываю, что такое для мужчины отношения, что такое для вас, женщины, отношения, как мы к этому подходим с разных сторон. Для кого этот семинар, для кого подходит этот курс? Ну, первое, это для тех, кто уже в отношениях и хочет их улучшить. Второе, кто только ищет своего избранника и хочет, чтобы отношения были добрыми, гармоничными, отзывчивыми и заботливыми друг для друга, чтобы вы ощущали ту самую любовь, ту самую надежность от своего мужчины. Этот семинар и этот курс подходит для тех, кто уже пришел к какому-то кризису со своим мужчиной, и я помогу вам разобраться, что не так вы доносите или что не так слышит вас мужчина, чтобы улучшить ваши отношения. Ну и еще он подходит тем, у кого есть дома молодые мужчины. Я имею в виду ваши дети-подростки, которые мальчики, которые подрастают в вашей семье, они тоже нуждаются в том, чтобы мама со стороны своей мудрости, да, начала с ним говорить так, как может с ним говорить женщина, чтобы он это воспринимал, чтобы он рос и стал в будущем тем мужчиной, с которым надежно, безопасно и хорошо. Приглашаю вас на бесплатный вебинар.